Всем привет, меня зовут Диас Валихан, а позади меня новый компакт-кроссовер Hyundai Creta. На YouTube полно разных обзоров этого автомобиля, но данный тест-драйв будет самым оригинальным. У казахов есть древняя традиция заготавливать мясо перед зимой, и сегодня я поеду на этом автомобиле за мясом. Но речь пойдет не про 2 или 3 килограмма, и даже не про 10. Ну, подробности далее. Ну вот я и доехал до пункта назначения. Это место находится недалеко от станции Чильбастау, порядка 150 километров от Алматы. Сейчас здесь уже готовят мясо. Это одна корова и один баран. Посмотрим, влезут ли они в багажник Hyundai Creta. Вот такой вот оригинальный тест-драйв с национальным колоритом. Прошло порядка 2 часов, за это время полностью разделали корову и барана. В итоге получилось около 110 килограмм мяса, костей, кишков, головы, кости. В общем, все это благополучно влезло в багажник Hyundai Creta. А это значит, что на Hyundai Creta можно ездить за сухомом. Ставьте лайк этому видео, если тоже любите мясо. А также очень рекомендую подписаться, потому что в скором времени я выложу видеообзор Hyundai Creta в сравнении с Renault Duster. С вами был Диас Валихан. До встречи. А меня ждет 150 километров обратно в Алматы. Seven, six, five, four, three, two, one.